производства, потому что тут искры и металл. Сегодня мы четко можем сказать, что, допустим, ваш завод закрывает 100% потребностей нашего регионального рынка. 100%. Да. 100%. Я даже больше вам скажу. Тогда второй завод нам не нужен. Не нужен. Но я хочу сказать, мы закрываем еще и весь Северный Кавказ. У нас уникальная малая родина, уникальная Кубань. У нас мощный агропромышленный комплекс, большие курорты, переработка. Сегодня мы можем сказать, что у нас в крае есть и металлургия. Обенчане, вы стоите на пороге новых экономических свершений. И я в это верю. Сегодня уже третья очередь завода практически сдана. И Обинск по многим экономическим показателям может переплюнуть многие высокоразвитые города Краснодарского края. И это ваша заслуга. С праздником, друзья! Обинск стал столицей, южной столицей металлургии. Самое крупное предприятие здесь, в Обинском районе. Разве мог кто-то об этом мечтать еще 10 лет тому назад? А это случилось. Я хочу сказать огромные слова благодарности вам всем присутствующим. И от всей души хочу поздравить вас с праздником, Днем Металлурга, пожелать всем крепкого здоровья, счастья и успехов.